Екатерина Кравцова с детства мечтала работать в полиции. Ответственная, целеустремленная. Ни один документ не останется без внимания этого сотрудника. Вся корреспонденция отправляется в срок. Каждый день я с удовольствием прихожу на работу, потому что мне очень нравится наша служба, чем мы занимаемся. И очень приятно быть полезной для сотрудников полиции и для граждан. Информация о деятельности всех подразделений межмуниципального управления МВД России Одинцовска на территории района стекается в канцелярию. Здесь каждый документ проходит регистрацию и направляется по назначению. На этом работа сотрудников службы не заканчивается. Ответы по каждому обращению должны быть даны четко в сроки, установленные законом. Основные задачи, конечно, сотрудников – это учет, прием и регистрация входящих документов. Это передача данных документов на рассмотрение руководителю, начальнику управления межмуниципального управления МВД России Одинцовска Школкину Алексею Васильевичу, другим руководителям нашего управления. После того, как данный документ руководством рассматривается, накладывается соответствующая резолюция, даются указания. После этого сотрудники отдела делопроизводства и режима данные документы уже передают непосредственно исполнителю. Несмотря на то, что живем мы в веке цифровых технологий, все документы регистрируются, как и 200 лет назад, в ручном режиме. Пока программа, которая смогла бы упразднить эту процедуру, несовершенна. Но за этим будущее, считают сотрудники службы делопроизводства и режима. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».